Если вы решили спуститься на байдарке по Амазонке, молитесь, чтобы вам попался нормальный гид. Короче, у меня карта есть, понял, по ней можно пройти. Всем привет, меня зовут Фернандо, я буду ваш гид. Сиськи, простите, плохо знаю ваш язык. Быстренько скинулись по $50, начинаем нашу экскурсию. Вообще-то мы вам уже платили. А, хорошо, вижу, вижу, вас просто так не обмануть. Внимание, осторожно, впереди пропасть, можно поскользнуться и пропасть. Небольшой бразильский каламбурчик. Внимание, как говорила моя покойная жена, Фернандо, по-моему, эти ягоды ядовитые. По-моему, его укусила змея. Нужно просто отсосать яд. Теперь ты то же самое с его ногой. Ну что, вперед! Берем мачете, нужно прорубить себе дорогу в джунгли. Ха-ха-ха! Ой-ой-ой-ой! На нас напали лесные пираты! Нужно срочно по $50! Я не понял, что за развод? Эрнесто, прости, братан, сегодня не получилось. Я извиняюсь, но это шарлатан. Ребята, пойдемте. Пойдемте, хорошо. Сиськая дорога, простите, плохо знаю ваш язык. Спасибо, приходите еще. Хорошего отдыха. Что попало? Слава Украине!